Фаршированные яйца с интересной начинкой – отличная закуска на праздничный стол. Добавим интересный декор, сделаем симпатичных бычков, которые помогут нам красиво встретить новый 2021 год. Для рецепта будем использовать печень трески, желтки куриных яиц, сыр и немного майонеза. Получится очень вкусная и нежная начинка для яиц. Закуска питательная и сытная. Берите на заметку. Куриные яйца 3 штуки. Печень трески 30 грамм. Твердый сыр 50 грамм. Майонез 1 столовая ложка. Морковь по вкусу, для украшения. Маслины по вкусу, для украшения. Зелень по вкусу, для украшения. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Отварите куриные яйца в течение 10 минут. После яйца почистите и разрежьте пополам. Куриные желтки переложите в миску, добавьте печень трески. Твердый сыр натрите на мелкой терке, добавьте в миску к желткам и печени. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно все перемешайте. Яйца разрежьте пополам. Наполните 3 белка приготовленной массой. Переверните яйца начинкой вниз, выложите на тарелку или доску, которую будете использовать для подачи закусок. Украсьте яйца маслинами, морковью, оставшимся белком, как показано на фото. Украсьте закуску зеленью и подавайте к столу. Вот такие милые бычки будут встречать с вами Новый год. Приятного аппетита!